Привет всем! Сегодня у нас 2 июля. Пришла к нам жара. Все очень быстро растет. Так уже зазеленело. И за эти дни жаркие, влажные, дожди были. Потом все так вот повымахало. Кабачки уже вот такие вот. Вот такой вот уже высокий горох стал. Палки поставили, веревки натянули. Здесь тоже уже большой. И вот даже самый ранний уже зацвел. Капуста тоже уже такая вот большущая. Некоторая, которая подмерзла, наверное, похуже. Но в целом капусты хватит. Здесь даже уже стали завязываться кочаны. Лук, эксибишн, глоба, вот такие вот уже хорошие, высокие перья у него. Здесь бобы уже зацвели. Морковка. И здесь тоже лук эксибишн. Вот такой вот тоже хороший уже подрос. И свекла. И вот эта большая грядка морковки. Поэтому, когда жарко, влажно, все очень хорошо и быстро растет. Ну и картошка. Такой вот стал зеленый-зеленый огород. Здесь лук. Такой вот лук в этом году. Один раз его подкармливали зеленым удобрением. И вот он так вот распушился. Сочная такая яркая зелень. Земляника цветет, кустики распушились. Ну, в целом вот такие вот кустики. Ну, а потом, конечно, ягодки будут. Здесь пособирали уже не так много на молодых, потому что будут они позже. Кустики молодые, они еще особо вот не плодоносят. На этом вот кустики. Такие крупные. После дождя, конечно, она немножко сыроватая, но сейчас подсохнет, и затем ее соберем. Собрали ягоду на вот этих больших грядках и все обработали фитовермом. Потому что то ли долгоносик, то ли кто там завелся. В общем, все обработали. И будем ждать. Скоро пойдет вторая уже волна цветения. Ягода кое-где вот такая вот есть еще. А вот здесь вот уже, видите, цветоносы пошли новые. Практически на каждых кустиках вот. То есть какие-то уже все отплодоносили, а появляются новые. И вот там еще тоже появляются. И здесь вот опять она будет цвести. Много цветоносов достаточно. То есть эта земляника, она ремонтантная. И она именно разом большой урожай не дает. Она вот так растянута. Плодоносит все лето. Смородины в этом году достаточно много. Вот уже начала буреть, чернеть. Здесь зеленая. Там тоже смородина висит. Огурцам, конечно, жарко. Кукуруза вот такая тоже большая. А ты что ходишь по огороду? Жару такую. Иди домой. Поэтому, конечно, вот так вот
листья побавели, но кукуруза подрастает. Арбузы начали уже завязываться. Такие вот арбузики. Дыни как-то еще особо не видно. Вот из 4 дынь такая вот ботва повыросла. И 4 арбуза здесь растут тоже. Вот такая вот ботвища наросла. Сейчас все, конечно, жарко всему. Баклажаны тоже подрастают. Такие вот они зеленые. Обработали их фитовермом. Вчера поздно вечером. Вот цветут. Ну, в целом, неплохо. Должны уже, наверное, через недельки две быть первые баклажаны. Кабачок ковили из своих семян вот уже тоже нарастают новые. Здесь тоже вот сколько кабачков. Здесь тоже вот очень урожайный, много кабачков. И другой вот зеленый кабачок есть. Поэтому... все растет. Ну, а пчелкам, конечно, жарко. Так вот дуют, гудят. А вот те улья, которые стоят с деревьями, им, конечно, гораздо лучше. Здесь не так жарко. И вот так вот они работают, носят мед. Это еще один рой сидит там, в том домике. Ну, а там уже семьи сидят. В общем, такая вот погода. На все выходные жара. И там тоже еще некоторое время должно быть жарко. В общем, до 5 вроде бы июля аномальная вот такая вот жарища. Ирги в этом году очень много. Все в ягодах, вот дерево. В общем, много будет вкусных ягод. И облепихи. Тоже все вот так вот усыпано, облеплено ягодами. А вот здесь вот в тени продолжает цвести водосбор. Уже много, конечно, отцветших, но все равно так немножко еще цветет. И шмели летают. Петуния тоже цветет. Такие вот цветы петунии. Пауты появились к жаре на благополучие. Немножко подзаросла, ну вот так вот. Здесь уже подцветало много, но тенечки здесь вот так довольно красиво вот цветет оно. И вот здесь вот еще один кустик водосбора. Аквилегия вроде бы называется она. И люпин тоже вот так вот цветет. А лапа наша, конечно, гуляет сейчас по улице. Даже вот в такую вот жару не сидится дома ей. И вот такой вот в этом году красивый гелиотроп должен зацвести. Такие кусты. На солнце в этом году посадили его, поэтому... довольно вот так вот хорошо он разросся. Здесь астры. Ну и весь огород. Небо ясное. Поэтому все вот так вот зелено. Скоро, конечно, еще будет все пышнее. Но уже сейчас, на начало июля,
Такая вот красота. Здесь растут львиный зев, это вербаскум вот такой вот разросся. И криопсис там вот сидит. Там вот так вот на пасеке сейчас. И в огороде. Мелкоплодная земляника тоже продолжает цвести. Ягодок должно быть много. Ну, повторюсь, собрали всю, поэтому сейчас... Ну, хотя вот красненькая. Ягодка тоже есть.